Хаирли Ирте. Доброе утро, уважаемые телезрители. Янаульская студия телевидения начинает свою работу. И мы очень рады, что вы сегодня не забыли включить свои телевизоры для того, чтобы посмотреть нашу очередную передачу. Вначале, как обычно, мы ознакомим вас с новостями. 11 октября в Доме техники нефтяников состоялось торжественное заседание, посвященное 5-й годовщине принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. В холле Дома техники можно было встретить руководство администрации города и района, руководителей предприятий города, колхозов и совхозов района. Широким ассортиментом была представлена торговля. А народ все прибывал. О значении принятия декларации в жизни республики, о социально-политических последствиях этого исторического события рассказал в своем докладе глава местной администрации Назир Загитович Зиязов. От имени президента республики, Государственного собрания, Кабинета министров, Президиума Янаульского районного совета, администрации города и района сердечно поздравляю вас с всенародным праздником Днем Республики. Наши торжественные собрания проходят в рамках объявленной Государственным собранием и Кабинетом министров недели дружбы и согласия народов Республики Башкортостан. Инициативную и плодотворную работу по закреплению политико-правового суверенитета республики мы связываем прежде всего с именем первого всенародно избранного президента Республики Башкортостана Муртазыка Байдулыча Рахимова. Последовательно и настойчиво отстаивая необходимость договорных отношений между Россией и Республикой Башкортостан, Муртаза Байдулыч Рахимов считает, что мы выступаем за подлинное единство России, основанное на демократических принципах федерализма, уважение прав личности и народов. Назир Загитович также отметил, что опыт республики нефорсированного, а разумного и постепенного вхождения в рыночные отношения по душе не всем политикам России. Государственного строительства двух братских республик Татарстана и Башкортостана неоднозначно оценивается московскими политиками. Руководство Российской Федерации и прежде всего президент России Борис Николаевич Ельцин в основном отстаивает цели, провозглашенные в декларации о государственном суверенитете России. Высшей целью в ней, как известно, было провозглашено обеспечение каждому народу неотъемлемого права на самоопределение избранных им национально-государственных и национально-культурных формов. Политики же, отстаивающие позиции унификации России, ее кубинизации, негативно, а чаще всего враждебно относятся к опыту Башкортостана и Татарстана. Об этом можно судить из тенденциозно подобранных публикаций в таких изданиях, как «Российская газета», «Журнал Огонек», «Газета Век». Ничем иным, как стремлением опорочить республику и подпирать без того крупно строящиеся ее взаимоотношения с центром, вызвано недавнее высказывание вице-премьера российского правительства Сергея Шахрая. Политика районного совета и администрации Янаульского района, в основе которой поддержание необходимого для комплексного социально-экономического развития территории уровня управления, а также решительные практические действия позволили не допустить обвального падения производства, сохранить экономический потенциал и успешно решать социальные проблемы. Большими усилиями всего управленческого корпуса в районе создана атмосфера взаимопомощи, взаимообмена между трудовыми коллективами нефтяников, энергетиков, строителей, стружениками полей и ферм. Эффект территориальных операций способствует скорейшему преодолению кризисных явлений и успешному выполнению государственных заказов. Широко способствует социально-экономическому развитию северных районов республики деятельность нефтегазодобывающего управления «Краснохолмснефть», прочно удерживая второй уровень добычи нефти республики
Коллектив нефтяников оказывает значительную помощь сельскому хозяйству района. В этом году тружениками сельского хозяйства Янаульского района вместе с тюленскими хлеборобами Первыми Республики доложили о выполнении государственного заказа по продаже зерна. В республиканские ресурсы на сегодня заложено 28 336 тонн добротного зерна, в том числе более половины пшеницы. В итоге с 90-го года обозначилась положительная тенденция ежегодной продажи зерна на уровне 25-30 тысяч тонн. Продуктивная работа в растениеводстве позволяла сохранить основное поголовье в общественном секторе и успешно выполнять государственные заказы по продаже животноводской продукции. Устойчиво работали предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и Левата, маслосыркомбинат, совхоззавод и другие. Таким образом, в районе сформировался единый агропромышленный комплекс. Позвольте мне от имени президиума районного совета, администрации города и района сердечно еще раз поздравить всех жителей Янаульского района с большим праздником, Днем Республики, пожелать всем вам крепкого здоровья, человеческого счастья и успехов в будущем. После завершения официальной части торжественного заседания присутствующие в зале получили огромное удовольствие от выступлений самодеятельных артистов. В начале концертной программы зрители были тронуты ярким и удивительно талантливым выступлением юных артистов. Соединенные волей одной и единым словом мы станем незыблемой стеной и нерушимым сводом. Пройдет и этот, и будущий век, и век за веком промчатся мимо. Мы будем верны тебе, человек. Thank you.
Oh,
это место.